Здорово, братюни, это бьюти-блог. Не часто он у меня выходит, но красотой вы тоже должны заниматься. Это же первее даже, наверное. Вы сначала становитесь красивым, а потом вот эта красивость, начинаете надевать красивые вещи. Сегодня очень интересная вещь. Мне подарили друзья, ездили в Америку, и я все никак не открывал эту коробочку, чтобы попробовать это на видео вместе с вами. Это gel-free whitening kit. В общем, сказали, что все америкосы пользуются таким отбеливателем для зубей. Значит, тут написано directions. Use the whitening tray first for 30 минут. Короче, вначале используйте на 30 минут, а потом используйте dissolving. Be sure hands are clean and dry before playing. Сейчас помою руки. Так, step one. Ну ладно, откроем сначала, потом посмотрим, что там делать надо. Так, что тут есть? Тут есть какие-то штучки и какие-то штучки. Все, больше ничего нет. Так, нет, мне это нужно. Step one. Peel back foil and remove one... Да блин, что я ничего не понимаю. Peel back foil. Ага. And remove one whitening tray from package. Ага, это... Сдирайте вот эту фигню и одну штучку, тут походу две в комплекте, одну штучку достаньте. Я сейчас... Step 2. Apply tray on upper teeth first. Ага. В общем, первый этап. На верхнюю и нижнюю челюсть нужно надеть и потом придавить на где-то 5 секунд. Я не жалею, что я делаю это на видео. Так сразу. А! Приклеилось! Оно приклеилось! Ай, трэш! О! Прошло 30 минут, сейчас я вам все расскажу. Сейчас только посмотрю, насколько белее стали зубы, аж прям вообще белые, наверное. Нифига не белые, как были немного желтоватые, так и есть. Но это, наверное, не после первого же раза. Короче, рассказываю, это немножечко было совсем не так, как я думал. Я думал, капа какая-то, подержал, да и все. Когда надел, они как бы приклеились, эти две капы, к зубам. А потом, когда я закрыл рот, и написано было «сожмите», типа, я сажал, а оно потом не раскрывается. То есть на 30 минут я был вот так вот, короче, сидел. И потом оно начало шкварчать. Знаете, есть такие конфеты, которые типа лопаются на языке. Вот это было то же самое, оно не так сильно, но оно, я чувствовал, что оно там что-то шкварчит. Реально стало стрёмно. У меня есть два места, одно место здесь, одно место здесь, где зуб особо чувствительный. Не знаю, там, наверное, эмаль сдерлась и так далее. Вот там стало очень чувствительно. То есть там на коробке написано, короче, Water PVP PEG 8 Acrylates Copolymer Polaroxamine 407. В общем, какая-то жесть там творится. Но там написано, что это первая часть процедуры. Видите, раз, два, три. Вторая часть процедуры. Сейчас приступим. И оно еще немножечко горло пекло. Говорит, что держать подальше от детей и мыть руки до, мыть руки после, не дотрагиваться до глаз. Это как бы стремновато немного. Надо было бы еще стоматологу показать. Итак, а вот то, что здесь, что это? Ага, да. Здесь на самом деле ничего.
Нет, вам просто мало, скорее всего, не видно, но тут есть такая очень прозрачная пленочка, которую надо точно так же руками налепить на зубы, и она растворяется. Вот. Говорят, можно с этой стороны она не липнет, с той стороны. Вот она. Так, а как же это сделать так, чтобы, блин, видеть что-то? Зеркала-то тут нет, братюни. С вами сложно. С вами реально сложно. Все ради бьюти, для красоты, чтобы стать невероятно и неотразительным. Невероятно неотразительным. Неотразимым. О, она как зубная паста. Ох, печо! Ровно? Губа прилипла. Это тупо зубная паста концентрирована. А, печет. О, красивее? Блин. О, там написано... О, зубная паста, реально. Написано, что за 10-15 минут полностью рассасывается. Ой, фу, не очень приятное ощущение. На что вы меня толкаете? Сейчас еще на нижние зубы налеплю. А, жесть. Если они не станут в два раза белее... Ах, оно печет. CVS Pharmacy. Fast and easy to use. Очень easy. Очень easy to use gel-free whitening kit. Это как будто peanut butter на зубах не смыл. В общем, пройдет, я вам дальше расскажу. Короче, бро, я закончил. Это была жесть. У меня даже изжога сейчас началась, если что. Просто ни с того, ни с сего. Больше такого не буду делать. Друзьям, которые подарили, я просто, знаете, давайте возьмем перерыв в наших отношениях. Но эффект, если честно, есть. Я специально взял независимого эксперта, позвал и спросил: посмотри на зубы, что думаешь? Она: о, что-то жена, в смысле, что-то белее стали, а что такое? Я говорю: ха, бейба, из побочных эффектов все зубы стали гораздо чувствительнее. Если у вас чувствительные зубы, а у меня такие, то это немножечко дискомфорт. Но на самом деле, если серьезно, не все так трешово. То есть, в принципе, помучиться, если регулярно это делать, мне кажется, можно добиться классного эффекта. Но я больше так делать не буду. Ну а вы подписывайтесь на канал, спасибо, что смотрели. Нажмите, прожмите лайк. И подпишитесь на канал, тогда вы будете красивее. Реально, подписываешься на мой канал, становишься моднее, вы это уже усвоили. Но становишься и красивее, и зубы становятся белее. И даже зубов больше становится.